эфире новости сейчас. С вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Вот что известно к этой минуте. Международный комитет Красного Креста откроет представительство в Беларуси. Всестороннее сотрудничество Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой гуманитарной организации. Являясь донором безопасности в регионе, наша страна выступает за мирное урегулирование конфликтов и глобальный диалог. Как заявил президент, Минск впредь будет поддерживать Международный комитет и оказывать помощь странам, которые попали в беду. Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду. Вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где это только возможно, по оказанию гуманитарной помощи. Вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И многие-многие другие направления в этом плане. Поэтому это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать. Вы на нас можете рассчитывать. Сегодня состоялась церемония подписания соглашения между Беларусью и Красным Крестом о статусе, привилегиях и иммунитетах гуманитарной организации. Национальная антидопинговая лаборатория рассчитывает получить аккредитацию ВАДА, чтобы делать допинг-пробы спортсменов в своей стране. Пока не решен вопрос, где будут тестировать пробы атлетов на европейских играх. Получение аккредитации сдерживает само ВАДА, мотивируя это тем, что в европейском регионе и так очень много аккредитованных лабораторий. Вокруг этого вопроса на самом деле очень много политики. Как вы знаете, с 2013 года принят 5-летний мораторий на аккредитацию в европейском регионе лаборатории. Это, так скажем, достаточно серьезно ограничило нашу деятельность в этом направлении. Но, тем не менее, мы ведем переговоры, активно взаимодействуем по аккредитации нашей лаборатории. По словам специалистов, на Евроиграх лаборатория будет активно вовлечена в организацию форума. Ей предстоит проверять питание атлетов, а также биологически активные добавки. Мария Королева, единственная дочь легендарной артистки Людмилы Гурченко, скончалась на 59-м году жизни. Причина смерти не названа. Королева работала медсестрой в онкологической больнице, участвовала в телепередачах и давала интервью, в которых рассказывала о матери, которая умерла в марте 2011-го. В Германии будет узаконен третий пол. Конституционный суд признал право граждан, которые не могут идентифицировать себя ни как мужчина, ни как женщина, а таких в ФРГ, по данным СМИ, около 80 тысяч человек, указывать в документах иной вариант. Представить новые правила законодатели обязали к концу 2018-го. И это последние новости к этой минуте. Подробности в 19 часов. До встречи.